совместно с руководителем отдела технического консалтинга Huawei Enterprise Михаилом Шпаком мы говорим о вкладе Wi-Fi в современную экономику, сегодня об экономике спорта. Экономика Wi-Fi предлагает на стадионах не только зрителям высокоскоростные подключения, дополнительные возможности, связанные с заказом каких-то продуктов, выкладыванием постов в различные социальные сети, но и в том числе позволяет получить дополненный опыт, связанный с виртуальной реальностью, с дополненной реальностью. Повторы, связанные с камерами, основанными на 4К, и с решениями, связанными на общей аналитике, происходящей во время игры. Wi-Fi 6 – это тот фундамент, который позволяет нам получить все эти сервисы с достаточно качественным покрытием, в отличие от инфраструктуры предыдущего поколения. И в России, конечно, мы гордимся тем, что реализовывали мероприятия, связанные с проведением футбольного чемпионата. Очень много инфраструктуры.